затрудняюсь ответить. Ты как думаешь? В принципе, положительно. Почему? Потому что будет больше отдыха людям. Также можно будет съездить за город, на дачу, отдохнуть. Да и... Тогда рабочий день прибавится. Рабочий день прибавится, да. Есть. А как вам кажется, не скажется это на зарплате? Ну, если рабочий день прибавится, то, скорее всего, нет, сроки будут укладываться, то это не изменится. А если так, то? Нормально. Почему? Ну, выходных больше будет получать. Убийственные, честно говоря. Я трехдневный хочу. Зачем мне четырех? И он работает по 3-4 часа в день. А на зарплате не скажется, как вы думаете? Нет, я издельно. Замечательно. Почему? Ну, больше времени на отдых будет. А на зарплате это не скажется, по-вашему? Ну, если зарплата такая же бы осталась, как при 5-дневной рабочей неделе, было бы замечательно. Не знаю. Нам 2 выходных хватает. Плохо. А почему? Зарплата меньше будет. Положительно. Почему? А потому что я уже очень давно не работаю. Отрицательно. Почему? Так мало платят, а еще вообще платить перестали. Замечательно. Почему? Больше было бы, я не знаю, для своей личной жизни. Время. А, как вам кажется, не скажется это на зарплате? Скажется, думаю. Но все равно хотите 4-дневку? Ну, все хотят, наверное.